Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу рассказать о том, как я получаю урожай винограда на второй год. Вот этот вот саженец. Вот. Это был вегетирующий саженец, мною посажен в прошлом году. Выращенный из черенка. В прошлом году я вырастил весной его из черенка. Получил вот такой вот прирост. Прирост был около 3,5 метров. Вот такая вот лоза, он почти с палец. И вот такие вот мощные кусты я на следующий год стараюсь загрузить урожаем. На каждый побег получить по одной грозди. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы куст не жировал. Если я не загружу куст соцветиями, то есть вот так вот гроздями, то куст будет жировать, даст толстые побеги. Но это не очень хорошо. Вот. Вот это вот я ращу второй рукав. Вот это будет второй рукав. У меня будет двухрукавная система формировки. Вот второй рукав. Вот это. В общем, на этом первом рукаве я оставил, получилось у меня 4 побега. Вот на каждом побеге я оставил по гроздочке. Был очень сильный ветер. Неделю стоял ураганный ветер. И как вот видно, очень сильно соцветия пострадали. Очень мало завязей. Завязи очень крупные. И грозди тоже очень крупные на этом винограде. Вот эта сторона винограда у меня, вот, очень сильно рослая. Почему так произошло? Это произошло потому, что внизу здесь у меня прошлым хозяином были закопаны различные строительные материалы. Газоблоки, какие-то кирпичи, мусор всякий строительный. Я все отсюда повывозил. Наверное, КамАЗ мусора отсюда убрал. И КамАЗ чернозема вот в это место полностью засыпал. И вот в это место посадил виноград. Поэтому виноград очень хорошо себя чувствует, очень быстро растет. Уже сейчас 1 июня, и саженцы винограда, вот эти вот, точнее не саженцы, вот эти кусты винограда, они дали уже прирост 1 июня, на 1 июня, уже больше 3 метров прирост. И причем очень толстые побеги, вот как вы видите, вот палец, наверное, больше 10 миллиметров, 12 миллиметров уже побеги. Вот этот побег еще толще. Вот. Здесь его видно, не видно. Поэтому для того, чтобы куст сильно не жировал, чтобы вот эти побеги, они и так получились толще, чем прошлогодняя древесина, сами побеги. Вот если вот видно, вот, по толщине они даже толще. Вот, не знаю, сейчас пока попробую снять. Не очень хорошо на телефон снимать. Не знаю, не видно, наверное. Вот, для того, чтобы вот этого не было, вот до первой грозди все пасынки я обламываю. После второй грозди я пасынки оставляю и перещипываю над вторым листом. Вот, как вы видите, вот пасынок. Вот два листочка я прищипнул. С этой точки начнет расти дальше пасынок. Называется пасынок второго порядка. Также вырастает пасынок. Также над вторым листочком я его прищипну. Та сторона виноград у меня. Вон та сторона. Виноград там растет очень слабо, так как я посадил в ту землю, которая была. А чернозем насыпал просто сверху. Поэтому вот та сторона так сильно не растет. Поэтому ту сторону я сильно, ну, урожаем в этом году не гружу. Стараюсь, чтобы выросли нормальные многолетние рукава. Стараюсь вырастить. То есть вот у меня есть вот такие саженцы, например. Вот это ливия прошлогодняя. Ну, наверное, около 40 сантиметров всего-навсего. Она даже не дошла до верхней проволоки. Вот верхняя проволока. То есть вот, так вот, вот такие слабые кустики есть.
А есть вот такие вот сильнорослые, это все одного возраста кусты, посаженные в прошлом году. Поэтому те, кто говорит, что на третий год лучше грузить, я не согласен с этим. Я считаю, что грузить виноград нужно следить за кустами. Если кусты начинают сильный рост, очень хорошо себя чувствуют, то я считаю, что можно оставить гроздочки винограда. А если куст слабый, то гроздочки винограда надо обламывать. Вот и все. Вот и все секреты, вот и вся. Все. Спасибо за внимание. До свидания.